Современную разметку городским дорогам. На баланс коммунального предприятия «Чистый город» поступила новая машина, разметчик для автодорог. Современная техника готова к выходу на трассы. Подробности в материале Ольги Руссу. Больше никаких кисточек, шаблонов и ручного труда. Ровные линии автодорожной разметки получаются благодаря современной технике. Мастер предприятия «Чистый город» Иван Поздеев уже овладел всеми премудростями обращения с разметчиком. Самое главное, здесь все компьютеризировано. Это обычные агрегаты, ну, двигатели внутреннего сгорания, как бы. Только за давлением в системе как бы следить, и все. Сложности нету. Но сейчас еще там на российской попробуем как бы на дороге, а то на территории все равно не то как бы. Тонкостями управления разметчиком работников коммунального предприятия обучил представитель компании-поставщика. На то, чтобы понять, как работает эта техника, достаточно 2 дней. Тут стоит контроллер, то есть компьютер, блок управления, который позволяет наносить любые типы линий в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Бак оборудован мешалкой. То есть, если бывают такие, когда краска начинает расслаиваться, долгое время не работает, допустим, в период дождей, когда идет, здесь стоит миксер. Все это, соответственно, перед началом работ все замешивается, стоят фильтра, чтобы меньше забивались форсунки. Форсунки использованы реверсивные. Ну и большинство как бы узлов и агрегатов здесь использовано отечественных. Сейчас автопарк предприятия «Чистый город» укомплектован техникой на 90%. В планах приобретения нового грейдера большого класса еще одного погрузчика на базе «Амкадора». Долгожданный для нас подарок. Мы очень долго ждали, значит, разметочную машину. Ее никогда в «Чистом городе» не было. И каждое лето при наступлении положительной температуры у нас возникали проблемы с нанесением дорожной разметки. Приходилось, значит, договариваться, заключать контракты с организациями, имеющими данную технику. Но не всегда это получалось. А теперь как бы мы беспрепятственно можем собственными силами, значит, наносить горизонтальную дорожную разметку на всех автомобильных дорогах города Нарьян-Мара. Новый современный разметчик был приобретен для предприятия на средства городского бюджета. В этом году отошли от темы лизинга, закупаем напрямую, потому что лизинг достаточно дорогостоящая вещь, подорожание происходит на 30%, пока позволяют нам средства, скажем так, своего бюджета, приобретаем непосредственно. Ну и это еще повышает и оперативность приобретения, потому что лето очень короткое, и нам нужно выполнить очень большой объем работ. Ну, постараемся полностью закрыть все потребности городских дорог. Тем временем новый разметчик выходит на городские дороги. Безусловно, его работа повысит безопасность на дорогах и улучшит эстетический вид Нарьян-Мара. Ольга Русул, Антон Ведряков, телеканал «Север».